В декабре 2012 года в Испании проходило важное соревнование по легкой атлетике – забег на длинную дистанцию. В состязании участвовали одни из самых лучших бегунов, среди которых был и Абель Мутаи, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в беге на 3000 метров с препятствиями. На протяжении всей дистанции Абель уверенно лидировал, не давая противникам приблизиться к нему. И вот уже золотая медаль практически на шее. Но за десяток метров до финишной черты он останавливается. В дальнейших интервью он расскажет, что думал, что уже пересек черту, выиграл забег и стал приветствовать своих фанатов, благодарить болельщиков за поддержку. Последние же в недоумении от действий спортсмена взволновались и начали кричать ему по-испански, чтобы тот продолжил бежать. Однако Мутаи не знал местного языка, так как был кенийцем. В это время остальные бегуны показались на горизонте и стали настигать почти чемпиона. Ближе всех оказался Иван Фернандес Аная, чемпион Испании по бегу на 5000 метров. Ситуация сложилась таким образом, что Аная мог воспользоваться этим счастливым шансом – вырваться вперед и победить. Но он принял иное решение. Вместо того, чтобы вполне объективно победить, Иван начал толкать Абеля к финишу, давая ему понять, что тот остановился раньше времени. Соревнование завершилось победой кенийца. Ну а второе место благородно завоевал Иван Фернандес Аная, который после объяснил свой поступок тем, что просто не простил бы себе подобную хитрую победу и ни капельки не жалеет о содеянном.